Доброе утро всем из Одессы. Сегодня 22 апреля 2024 года. Сегодняшняя ночь в Одессе была неспокойной. У нас была одна воздушная тревога. Началась она в 00:49. Причина — это шахеды. В своем ночном видео я предупреждал о том, что были пуски щауды, а щауды очень часто летят именно в нашем направлении. Значит, информация о том, что шахеды приближаются к нашим берегам, стала поступать еще раньше, примерно с половины первого ночи, но тревогу дали только в 00:49 официально. Значит, атаковали преимущественно область. В городе все было тихо, никаких взрывов не звучало. Возможно, доносилось что-то из области, но в принципе на сам город шахеды не летели. То есть у нас их не сбивали, у нас в городе прилетов нет. Хотя, как всегда, некоторые мониторинговые каналы нагоняли жути на одесситов о том, что несколько групп летит на город. Вот. Нет, в городе все было тихо, атаковали область. По информации, которая известна на сегодняшнее утро, из 7 шахедов сбить удалось 5. Вот, то есть 2 шахеда нанесли удар, сообщают, что по территории фермерского хозяйства. Вот, значит, отбой воздушной тревоги дали в 1:52 ночи. Немного громко было в районе 7 часов утра, сбивали разведывательный беспилотник, летал якобы где-то над городом, по заявлению наших, опять же, мониторинговых каналов. И даже один из мониторинговых каналов сообщал о том, что летит в направлении Аркадии. Вот, я не знаю, что здесь можно высматривать в районе Аркадии. Это преимущественно, да не преимущественно, это полностью курортный район, где только отдыхают люди. Вот, и что здесь выискивать разведдрону, я не знаю, но во всяком случае, что могу сказать. Там, где летают разведдроны, очень часто после их летания туда прилетает баллистика. Поэтому сегодня в городе максимально будьте осторожны и моментально реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Вот. Потому что, ну, как показывает практика, после разведдронов летят ракеты. То ли авиационные, то ли баллистика. Если сбивают авиационные, атакуют баллистикой. Могут даже без авиационных сразу пустить баллистику. Короче, обстановочка неспокойная после этих разведдронов. Поэтому на тревогу реагируем моментально. Всем мирного неба, всем хорошего дня. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы оставаться с Одессой, чтобы быть в курсе происходящего в Одессе. Вот, стараюсь по возможности информировать вас в кратчайшие сроки. Вот. До встречи, всем пока.